Спортивная гимнастика – это вид спорта, где спортсменки могут выстрелить очень рано, поэтому грань между юниорским и профессиональным спортом крайне тонкая. К примеру, Светлана Хоркина на Олимпиаде 96 года в Атланте брала золото на брусьях уже в 17. Ее родители также жили в Саранске до переезда в Белгород, поэтому нынешнему поколению гимнасток определенно есть на кого равняться. Наши девочки очень хорошо подготовлены. Надеюсь, что завтра удача будет им сопутствовать, что они покажут себя достойно. В принципе, программа у нас конкурентоспособная, и думаю, что у них все получится, если они соберутся. Нашими видами у мордовских спортсменок считаются вольные упражнения, опорный прыжок и упражнения на бревне. Конкретного медального плана перед девчонками не стоит. Главное, чтобы выступили в свою силу и обошлись без травм, по возможности получив путевку на первенство России, которое пройдет с 13 по 18 мая в Пензе. Туда отправятся 10 лучших спортсменок первенства ПФО по разряду мастер спорта и 7 лучших кандидаток в мастера. Программа у девочек соответствует всем нормативным спецтребованиям, которые должны быть в спортивной гимнастике по программе кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта юниорок. Программы у них сложные, небольшие изменения в них с усложнением. Готовились мы серьезно и долго, проводили сборы специально для этого. Готовились тщательно. Первые спортсменки пройдут квалификацию в основной этап турнира 3 апреля в 10:00. Первенство ПФО завершится в пятницу финальными соревнованиями в отдельных видах многоборья. Никита Борискин, Максим Тузин, Сергей Соколов. Народные новости.